Погода сегодня хорошая. Красивее даже, да? Кстати, контейнер — очень топовая тема. Смотрите. Целая кастрюля помещается. Огромная кастрюля. Потому что контейнер 2,2 килограмма. Он герметичный. Покупка была существенная, но я не жалею. Куртку для меня успела постирать. Ну ничего, что делать. Кстати, я уже не написано. Ехал что-то немного рано. Фух. Погода сегодня жаркая, плюс 13. Но куртку я, к сожалению, не успел постирать. Как бы там не хотелось. А так... Что-то иду, бывает, загоняет. Ну, может, это такой однотипный образ жизни. Либо опять все к деньгам. Опухший, да, немного? А, на ночь, кстати, ел. Ну, блин, научился готовить пшено. И вот эти котлеты сделал. Пшено и котлеты. Глаза красные. Да, видно, что-то я рано вышел. Хотя все время стою в одно и то же время. Контейнер просто топ. Это лучшее, наверное, произведение. 2 килограмма. Закинул иду. Все, можно не спешить. Да и так, в принципе, можно не спешить. Так просто обо всем задумался. Но, с другой стороны, надо не забывать, что, как бы, да я не делаю практически ничего, чтобы зарабатывать много. Сейчас дойду до цели, рано или поздно. Главное вот это все просто забить, абстрагироваться, делать. От салонов я не завишу, везде то же самое. Сейчас я вот в любое выйду. Без выходных у меня будет такая зарплата. Абсолютно. Может, больше. Но если только не совсем залуп. Как это было до. В надеждах. Это просто пиздец. Уже какой-то все издевательство. Поэтому очень прекрасно, что я оттуда слился. Не знаю, зачем я вообще там сидел, блядь. Ну, век живи, век учись. В надеждах, что все наладится, все это хуйня, и надежды эти просто ебаная дурость. Точнее, даже тупость. Как бы это точно не к амбициям и не к амбициозным людям. У меня есть амбиции, у меня есть цель, которую я даже, возможно, иногда на износ себе, но иду. Потому что лучше умереть в пути, чем умереть лежа, даже не пытавшись. Вот как-то так. Нормальные позитивные нотки утра. Блин, что-то опухший вообще. Как будто не проснулся еще. Очень рано я приехал. А, ну народу, кстати, в метро не так много было. Так, конечно, непросто. С одной стороны, вроде ни хрена не делаешь. Но в плане того, что, ну что, кофе пьешь, там, стрижешь клиентов. Вот там, от 5 до 11 человек. Плюс-минус. Ну, хотя бы есть вот это от, а не один, блядь. Такое. Ну, прикольно. Прикольно. Но вчера я вот так и подумал. Как же мне все-таки больше, вот, да, блядь? Те же 5 тысяч в день, да, что? И без выходных это 180 тысяч. Блядь, как же мне это сделать? Ну, это, походу, надо реально учиться колористике, что ли. Потому что тут, блядь, ты просто быстрее организм, наверное, свой наебнешь. Ну, нестабильно. То у тебя, допустим, какой-то день 8-7, потом хуяк там трешка. Ну, типа... Две чем-то. И вот эта вот коляска как бы нестабильна очень.
А, посмотрим, пофиг. Пока работаю, надо, блядь, отложить. Новый год сейчас обязательно. Вот это самое важное, этот сезон ебучий. Отстричь. Там уже ближе будет видно. Был контейнер, что в итоге? Иду, собственно, за едой. В общем, за 3 дня у меня вышло, чтобы вы понимали, 20 тысяч зарплата. С 28 по 31, это сколько? 3 дня. 20-300. Неплохо. Минус 3 не успела. Успел. Ну и были не особо ходовые дни в начале. В итоге, как бы, ну все равно больше, чем минималка моя. На 3000. Короче, нормально двигается. Очень хорошо, считай вдвое. Как за 2 недели. 3 дня, как за 2 недели там. Это за олдбой. Так что это при том не обламываюсь и не слушаю какой-то, бля, бизнес-сервис, которого нет. Такие пироги, блин, да подорожала гречка. В общем, купил я рис, раз такое дело. Штанул по полной, 266 рублей. Видите, опять купил сосиски, не хватает. Хотя у меня с собой, считай, еды было 2,2 с чем-то килограмма. Но она потому что постная, эти котлеты, как бы, я их съел 3 штуки. Съел, так, всю на. Но у меня осталась гречка вчерашняя, все это осталось. Как бы сейчас попробую с сосисками доесть, хотя бы гречку, потом в свой контейнер. Если нет, то надо было вот что-то купить с ними, то 100 рублей потом. Big money, конечно. Видите, история такая, что я что-то четко был приунывший в итоге. Сегодня, кстати, плюс 13. В итоге, ну, чтобы вы понимали, 3 дня 20 тысяч и, блядь, 2 недели 26 тысяч. 2 недели, то есть... Просто пиздец. Вот вам разница. 3 дня на ценнике меньше. Чуть ли не вдвое, блядь. Ну, грубо говоря. И это не какой там, блядь, возле прям метро лютый трафик и прям ажиотаж. Нет. Просто. Понимаете, да? Поэтому я как бы и съебнул. Потому что, ну, это же меньше минимума, блядь, ну просто на эти деньги не проживешь. Такая интересная тема. Очень интересная тема, но я рад потихонечку. Физкульт, привет, старички. Скорее всего, до 90 не дойду, буду пресс качать. Вот как-то так. Тут у нас 400 грамм сосисок. У нас пшено и гречка. Пшено сухолад, я, наверное, с гречкой съем. Вот гречка. Что? Потихоньку я только выхожу. На самом деле, полно народа было. Один был клиент, он поздно зашел. Рассказывает, говорит, я в 2 салонах посмотрел. Там свободно. Типа, а у вас тут даже на вчера он хотел записаться, а у меня уже было все забито, типа, на вчера. И сегодня тоже полностью забито. И уже на завтра запись. То есть вот оно пошло. 10-й день плотно работы. Понимаете, да, уже пошел сарафан, он говорит. Везде как бы из СНГ чуваки. А тут единственный вот барбершоп, где нет такого. Я вот решил попробовать. И сегодня он от соседей заходил, говорит, тоже я ему все предложил там, рассказал. Короче, кайфуем. И он говорит, там мастер куда-то делся. Вот этот соседний.
ебатория, блин, соседний. И он говорит, ну, если нравится, ходи, как бы. Если все понравилось, заходи. Он говорит, мой мастер куда-то уехал, что ли. Как уехал, они все там, в принципе, работают. Ну, не знаю, даваться подробности. Не стал уговаривать тоже. Но спросил, как зовут, и все. Естественно, будет ходить ко мне, потому что я делал с душой, мне никто не дрочит сзади. Там нет души, душ неловки. Нормальная такая история. Сейчас еще предстоит на брусе сходить. Блин, а я, наверное, контейнер не взял. Ай. Да, из стольких, столько контейнеров я не взял ни один. Ай. Причем там два или три свободно, я тупо не взял. Вот это да. Прикиньте, да? Ну, хоть котлет взял. Толку завтра, походу, заготовить. А это покупать. Покупную. В общем, такая движуха последние разы была в Барбаросе только. Так плотно. Видите, уже запись. Говорит, соседи посмотрел в бритве, в бетоне. Все свободно, блин. У вас уже тут не записаться. А у нас на завтра уже не было. Ой, вчера уже вечер весь был забит. Еще днем. Чтобы вы понимали. И сегодня я в 4 часа, у меня уже весь вечер забит. Причем даже мои, как бы, сегодня не было моих. Это именно, ну, в моих смысле. Многие, конечно, мои, но не мои личные в плане. Именно салона, я там уже их стриг. Такая вот история. Вполне на самом деле интересно. Потихонечку, помаленечку двигаемся. Ну, я прям безумно рад. Так что сегодня такой подъем. Эмоции, а не то, что грусть, печаль. Блин, еще на турники сходить. Ну, Зденечка тоже подсказал насчет еды. Короче, ем нормально. Вот все. И по калорийке, и по количеству. Единственное, что видите, железа нет из-за того, что в зал не хожу. Естественно, нагрузка и прокачка тоже не такая, как бы, как должна была быть. Поэтому тоже есть нюанс. Но сейчас, мы, кстати, сделали дорогу тут классно. Вам прокачивать. Не знаю, со временем, думаю, до пятерки тут дойду. День это будет вообще топчик. Очень хорошо. Быстрее к цели. Но о деньгах нет смысла. Надо просто делать свою работу и все. И все будет супер. Тренироваться на брусе. Расул тоже пойдет. Хочет со мной. Ну все, погнали. Сходили, собственно, на брусе. 23:10 время. Нормально. Потянулся. 3 раза. Не 4, как обычно. Ну, взял немножко пошире хват. Ну, на брусьях подзабитый. Подзабитый, ну, сделал. По 15 раз сделал, но забитый, конечно, конкретно. Еще осталось, по идее, 13 дней. 13 дней отдых. И через день буду делать. Ходить. Сейчас жду, не дождусь. Ну, как жду, было бы здорово. 9 ноября. Переложить дела свои. Это будет интересно. А так поговаривают, что в мае может быть процентная ставка уменьшится на эти ипотеки. Но, естественно, если на ипотеке уменьшится, значит и вклады уменьшатся. Ну, не знаю. Это все слухи. Как раз если я сейчас перевложу на полгода, как раз в марте или к июню. Что у меня тут Fortnite? Постирались вещи, вот засовываю раз. Fortnite на время смотреть сколько. Папа. Надо же ложиться.
Это я еще играю. Мне завтра записи. Вы, кстати, всегда можете записаться. Ссылка под этим роликом. Делать, собственно, подходы. Насчет набора веса, кстати, я так призадумался, стоит, не стоит. А сейчас, напоминаю, 13 дней, и буду уже делать планку, потому что живот занять постепенно. Как-то так. Вот так физическая форма для без всяких движух. Это идеально. Даже и без спортзала. Вообще просто отлично.